парк Бастионной Горки, то место, в котором начиналось это в случае Латвии в 91 году. Цветная революция Латвии была сравнительно бескровной, и произошла она в такой же день, в такую же, точнее, ночь, как сейчас. Мы говорим не только о наших коллегах, мы говорим о том, что каждое государство должно сделать все, чтобы такого не происходило. Убийства 5 людей в парке Бастионной Горки в Риге остались безнаказанными. Печально, что все так произошло. Плохо. И народ уехал. Кто разбежался, кто умер от огорчения. Это плохо. Кровь была абсолютно невыгодна. Автомат высунет из-за угла и стреляет. Кого он будет стрелять там? Горбачев нас предал.